Доброе утро, друзья! Новый выпуск программы «Жемчужинка». Да. Выпуск номер 5. Предоставляем слово ведущей. Это мой новый друг Желтухин. Фамилия у него очень длинная, да? Да, очень длинная фамилия. Сосескин, Желтухин, Кашкин, Яичкин. Ага. А имя просто? Желтухин. Может быть, Желтик просто? Нет, да. Желтухин. Желтухин, ага. Ну, и тут у него есть ручки, носик из сосиски, еще глазки желтые, из яичка ротик. А сам он состоится из тарелки и из каши. Вот. Я не понимаю, он в каком настроении сейчас находится? А в хорошем. Точно? Вы уверены? Да, вот. Улыбается? Да. Странно, тут трудно разобрать, он улыбается или не улыбается. А если съесть кусочек каши, ему станет лучше? Или как? Лучше этого не делать. А почему? Потому что он разозлится и вас съест. Желтухин меня? Да. Укусит на всех боках и продолжит кушать вас. Желтухин, признавайся, ты можешь меня укусить или съесть? Он не говорит в это последнее время. Нет. Я тебя не съем, он говорит. Это ты сказал, а не он. Я слушаю его. Он шепчет. Я хочу с тобой дружить. Съешь меня. И вот я хватаю ложку и набрасываюсь на ложку. Не надо. Держись, Желтухин. Не надо. Это новый Желтухин. Поздравляю тебя, Желтухин. Ты победил в конкурсе, я бы назвал его, знаешь как, Наташа? Нет. Я бы назвал его непеченая пицца. Ну нет, это уже совсем. Нет, будет так. Что, не похож? Потому что он сделан из каши. Ну? Из сосиски, из вот этих штук. Из перца? Нет, не из перца. И из яйца. Ну где? Покажи яйцо. Где? Вот. Веди ложечку и покажи. Да вот. Возьми у него руку. Руку. Руками некрасиво показывай. Так, это что у него? Это яйцо, ротик. Я думаю, это лоб у него. Странно. Хорошо, дальше что? И вот это носик. Носик? Очень длинный нос. Любопытный слишком. Давай его откусим. Ну, не это. Давай сделаем ему два носа. Вот так. Слушайте, если вы же решили, что не будете ничего говорить, а с вами разговаривать. Знаете, недержание это называется. Просто обыкновенное. Ну что же, заканчиваем программу. Знакомство с господином. Стой, не надо. Хорошо. Знакомство с господином новорожденным Желтухиным, да? Ну, мы еще не заканчиваем. Так вот. Вы думаете, что это простая...